Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и это рубрика «Форт ФИФА», последний сезон, сезон Тотти ФИФЕ 19. Итак, сегодня у нас, наверное, будет все-таки последний выпуск, потому что при любых обстоятельствах я решил закончить уже эту рубрику, потому что уже совсем скоро выходит на днях демо-версия FIFA 20, мы будем немного контента делать с ней, ну и также уже через буквально 20 дней выходит сама уже полная версия FIFA 20, у кого есть там подписки всякие, кто предзаказы делал, естественно, получит ее заранее. Но я ее получу 27 сентября, так что ждите много контента, будут больше намного стримов практически каждую неделю. Так что не забывайте подписываться на канал, и чтобы кнопка горела не красной, а серой. Проверьте это сейчас и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики. Ну что же, сегодня мы при любом раскладе, даже если нам не выпадет, нам еще осталось 25 игроков из АПЛ, чтобы получить уже карточку Давида де Хея Тотти и 49 бразильцев. Но уже при любых обстоятельствах мы просто для, так сказать, полностью закончить этот видеоролик с новым названием, конец этой рубрики уже, конец сезона Тотти, мы просто сыграем два матча в Fortnite, ну и пооткрываем игроков. Также мы сегодня будем открывать в три раза больше, чем обычно. Ну и в самом начале у нас 15 игроков. 8 золотых и 7 специальных. Начнем с золотых. Итак, первый золотой игрок. Ну, друзья, нам тут уже сразу выпадает игрок из FIFA 20. Я не знаю, нам вообще сейчас будут выпадать из 19 FIFA. Пока что. Ну ладно, мы это просто считаем как за икону. Давайте дальше. И снова, друзья, второй игрок — это икона. Я так понимаю, не получится у нас до конца сделать этот выпуск, потому что падают одни иконы. Но дальше посмотрим. Мне кажется, должны все-таки еще из FIFA 19 падать игроки. Ну, в общем, друзья, как я понял, что нам выпадает три подряд иконы из FIFA 20. А это значит, что мы вовремя остановились и успели поймать игроков из FIFA 19 еще. Так что спасибо вам большое за то, что вы были на этом долгом пути. И не думайте, что сейчас закончится этот видеоролик. Мы сыграем все-таки эти две карточки, но не будем уже открывать, а мы просто возьмем, перейдем и заменим карточки Марсело и Давида де Хея. Есть у нас уже карточка и у всех абсолютно, даже у Де Брёйна, который на скамейке запасных сидит. Но мы все-таки Давиду де Хею тоже ее даем. Ну что ж, друзья, вот так вот выглядит наша команда. Команда Тотти. 97 рейтинг у команды. И еще вот он, Кевин Де Брёйне. Я его без разницы, я его могу сюда поставить, только от этого упадет химия. Вот видите, на 3 единицы. Так что он здесь отлично линкуется только с Мбаппе. Остальные линки никому не дает. Так что, ну что, сейчас мы просто сыграем две карточки в Fortnite. Ничего они значить не будут. Но официально мы заканчиваем наш третий сезон в FIFA 19. Сезон именно Fort FIFA. Был у нас первый сезон, мы просто собирали, если не ошибаюсь, 193 команду или 192. Второй сезон мы собирали икон. Вот это больше мне как бы понравился, интересный был. Ну и этот сезон был самым трудным, так как здесь мы еще и выполняли ачивки. Никогда такое мы не делали с вами ни в одном из сезонов Fort FIFA. Ну что же, переходим к первой игре Fortnite. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.